девчоночки, мальчишки, всем привет. Делаю филе грудки с прованскими травами, соевый соус. Сейчас добавлю ложку сметаны 15%. И на гарнир у меня будет стручковая фасоль. Вот. Сделала себе черный лак и покрыла матовым топом. Сейчас сохнет. В общем, вот этот матовый топ отбил. Лак Литуаль черный и вот такой от Мириаль. Досточками. Вот моя курица с фасолью. Я это все заливаю активией, обычной кефирной, безвкусной кислой активией. Это очень вкусно, может выглядеть не очень аппетитно, но мне очень нравится. Получается такой соус некий. Привет, девчонки, всем доброе утро. Что-то у меня опять все с еды начинается. В общем, у меня на завтрак огурчик, фитакса, курага, ромашка и активия питьевая. Я немножко хриплю, потому что вчера вечером... точнее, уже часов 8 вечера у меня начало першить горло, левая сторона, прям резко, ни с того ни с сего. Вот, утром проснулась, глотать больно, левая сторона носа, ноздря заложена. Не знаю, что это такое. В общем, сейчас лечусь, так как я опять решила полностью к весне, у меня какие-то непонятные сдвиги по фазе, хочу поменяться. В общем, сегодня решилась, пойду в салон, с мастером поговорила, хочу... поменять себе цвет волос на более светлый, не знаю. Вообще боюсь, как у меня это получится, боюсь испортить волосы, но в то же время мое желание и меня Ренат позвонил, перебил. В общем, мое желание поменять цвет пересиливает меня. Вот. Но вроде мне сказал мастер, что смывку никакой мне делать не надо будет. Просто мне сделают как мелирование, затонируют. В общем, посмотрю сегодня еще точно. Все, пошла, надала я в салон перекрашиваться. Что-то меня прям реально... На мне моя блузочка такая удлиненная, я ее заправила. Лосинки. Сейчас покажу, попробую на другой стороне. Вот так. Маечку поддела под низ. Пошла я, потому что мне очень темный, кажется. Правда, голова сейчас не чистая, не стала мыть специально перед покраской. В общем, посмотрим, что выйдет. Может быть, я вообще сейчас в салоне передумаю и не стану перекрашиваться. Спасибо. Нет, нормально вообще, а? Через неделю еще буду тонироваться. Все-таки. Чтоб темнее стать? Да вот теперь не знаю, темнее или светлее, да, посоветуйте. Темнее. Светлее делать? Да. Меня сушка. Роллы, роллы. Ты, кстати, будешь делать этот пончик, который ты хотела, который прислала? Он тебе на 4000 сказал, ну, эти ответ. Тату ты спрашивала. Я тут вас уготовлю, пассирую лук. Морковка будет у меня лапша на фермерской курочке. Делаю, жарю курочку в соль. Такая острая, у меня будет специальная специя, нам привезли. Для мяса такие острые, прям пахучие, вкусные, мне кажется, будет очень. Вот, и потом буду отваривать макарошки с ветвертой и салат. Сижу, готовлю, жду Рената с Ариной. Сегодня вот помою голову, посмотрю, какой у меня цвет. Ну, немножко же подсмоется, вот. И на днях пойду еще осветляться пряди. Вот, ну мы уже с мастером решим, как точно будет, и потом покажу вам конечный результат. Сейчас голова уже у меня не свежая. Сейчас всех накормлю, наготовлю и пойду заниматься собой. Вот. Рисуем, Тарина. Сама разукрасила, да? Да. Ножки, гриву. Точнее, хвост. Гриву мама помогла. Ну скажи привет всем. Привет. Ну ты встань сюда. Вот никак спать не можем, лечь на дневной сон. Привет. Привет. Когда? Уже как 40 минут спать должны. 40 минут мы должны спать. А ты все не ложишься, да? Угу. Сейчас порисуем еще немножко. Садись, я тебя и так сниму. Давай рисуй. Кофту-то зачем? Садись, говорю, на кроватку. Сейчас дорисуем и будем спатушки, да? Нет. А что на обед будешь кушать? А яичко. Какое яичко? На обед что надо кушать? Суп. Суп какой? Я хотела рыбный. Нет, я сделала лапшу. Ты просила рыбный был это
На той неделе. Хочу. Лапшу я сделала с бабушкиной лапшей. Вкусную, ты же любишь. Хочу. Бабах. Ну вот, трусы свои показываешь ногами. Во, как некрасиво. Ну-ка, вставай скорее. Угу. Давай. Нет. Вставай. Нет. Вставай. Вставай! Завтра, в общем, пойду осветляться. А то я помыла голову и слегка оттенок подсмылся. О, и зеленое отдавать стало. Сфоткай, мам. Не сфоткай, а сними сердечко, да? Ладно, нет, давай, все, да разукрашиваем о бабаське. Это тайну. Мое. Хорошо. А это мой клуб. Ты мой золотой любимый. Да стой такой. Угу. Мы с Ариной проспали 3 часа, у нас поздний обед. Супчиком золотистый вышел с курочкой и пощипалась вермишель. У меня салат с фетаксой, с огурцом, помидором, салатом и яйцо с горошком. И чай с лимоном и с медом, так как я никак поправиться не могу. Начинаем кушать. Со мной едим сложно. Не каждый. Всем привет. Я опять с моей любимой прической, 2 косички. Сейчас поедем с Ренатом на солнышко, +6. Куда мы поедем? В общем, по делам. Бабуле надо заехать, проведать. Вот, потом надо по своим делам и за Аришкой. И вон какая штучка подарила подружка, мать и дитя. Так что вот так. Девчули, привет! У нас такое солнце, просто погода шепчет. Съездили, столько всего переделывали. Переделали, дел много. Ой, мне прям жарит на самом деле. Вот, сейчас в магазин пошли, бабушка Ренат. Вот, будем есть у бабушки домашние пельмешечки, салатик. Все, в общем, сегодня я буду отрываться. От бабушкиной еды отказаться очень тяжело. Фу, не могу. Вот. Не знаю, поснимаю еще или нет, наверное, поснимаю еще, как Арину заберем. У меня теперь получается вот так. Завтра или послезавтра Ренат заберет плед, который мне тетя сама сшила, тоже в квадратик, черно-белый, посередине будет красивый очень узор. Вот тоже подушки. И вообще, прям будет круто! Намыла посуду на завтра. Вот, сейчас буду пить чай. Раз я сегодня ем, значит, буду есть киндер-пингви. Делаю горшочки с картошкой, с помидорками черри. Фарш обжариваю слегка до полуготовности с луком говяжий. Еще мне понадобится сметана, универсальная приправа, сыр сверху. Все подсолила. И еще приправа для мяса. И на донышко капельку воды налила. Все это потом на 200 градусов поставлю в духовку. Потом покажу результат. В общем, вот так они у меня укомплектованы. Внизу идет слой картошки, вегета, солька, помидоры черри, сверху фарш с луком слегка обжаренный. Опять идет слой картошки, сметана и сыр. Вот это все сейчас пойдет в духовочку. Мы один огурчик отсюда. С мороженым, значит, ничего. Ты что, уже много огурчик съела? Мой обед. Овощной салатик, вода с лимоном. Девчоночки, я, наверное, своим аутфитом закончу это видео. Еду за Аринкой. Одела свои вот эти лоферы. Поеду сейчас за Аринкой в садик. Вечером будем с мамой. Ренат у меня в командировке. Сейчас я вам покажу. Так, мусор попался. Здесь получше освещение. Ренат в командировке. Мои лосины одела. Лосатую кофту. Сверху будет пальто. Вот. Вот, девчоночки, так что надеюсь, вам понравилось. Всех целую. Всем пока-пока!